Как озвучить сложный текст на русском языке онлайн? В интернете вы найдете десятки сервисов для озвучивания текстов, но все они повторяют одни и те же досадные ошибки речевых синтезаторов. Если в тексте встречаются даты или диапазоны дат, единицы измерения и другие числительные, или, например, аббревиатуры и сокращения, то такой текст с высокой долей вероятности будет озвучен с ошибками. В нашем сервисе мы используем искусственный интеллект, чтобы обработать такие сложные речевые фрагменты и подготовить текст к озвучиванию речевыми синтезаторами. Если в вашем тексте встречаются римские или арабские цифры, воспользуйтесь функцией «Подготовка числительных». Сервис транскрибирует такие элементы и впишет их в нужном падеже в контекст. Речевому синтезатору не составит проблем прочитать полученный текст. С 12 по 16 сентября 1971 года в Персиполе в присутствии Шаха Мохаммеда, Реза Пехлеви и иностранных гостей отпразднована годовщина иранской монархии. Если ваш текст содержит аббревиатуры или сокращения, воспользуйтесь функцией «Расшифровка аббревиатур». Сокращения и аббревиатуры будут расшифрованы и вписаны в текст в нужной форме. Синтезатор прочтет такой текст без проблем. Министерство иностранных дел Российской Федерации провело сессию в Центральном павильоне ВДНХ 10 сентября 2022 года. Подготовка текстов к озвучиванию для вас бесплатна. Также в сервисе вы найдете множество голосов на различных языках. Вы можете озвучивать фрагменты текста объемом до 5000 символов, а ваши аудиофайлы будут храниться в сервисе в течение 10 дней. Сервис прекрасно работает на любых мобильных устройствах. Ссылки на сервис и телеграм-канал поддержки будут в описании.